Всем привет! Меня зовут Ирина Агапова. Работаю в Фейсбуке. Как они достали звонить? Вот смотрите, сейчас мы начнем работать. Вот я приглашаю людей в группу. Хочу пригласить, даю 20 человек пригласить. И начинаются звонки. И начинаются. Вот не дают мне добавить людей в группу. Блин. Только 20 добавила. Какого хрена там название? Все сбросилось. Какие иностранцы? Как бы поласковее обозвать. Видят, что сбрасываю. Нет, надо названивать. Кого отмечала, уже забыла. Ой, какие же вы доставучие, просто приставучие, а? Банный лист. Просто банный лист достали. Надо добавить людей в группу. Ну давай, ответим тебе, что ты там хотел. Камеру закроем только. Не надо. Что вы хотели? Что ты мне рукой машешь? Что хотел? Ты видишь, что я сбрасываю? На русском ты не разговариваешь, да? Что названиваешь? Я сбрасываю. Что ты мне звонишь? I'm Russian girl. Russian language. Да, по-русски ты не понимаешь. Вот. Да, какого хрена мне названивать? Ну, мы говорим на разных языках. Что, позвонил рукой помахать, что ли? Все, пока-пока. Да, вот так вот. Не умеем разговаривать по-русски. Пока. Чего звонить-то? Руку не дают добавить. Невозможно. Что ж такое-то? Игнорировать. Вот как работать в Фейсбуке. Фейсбук хорошая социальная сеть. Уже все добавили, что ли? Кого мы тут на В не добавляли? Да, вот этот. Так что работать не дают. Достали уже.